Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова. И сегодня у меня экстренный выпуск новостей. Скажите «Привет!» О, точно, молодцы. Привет! Итак, наш экстренный выпуск новостей посвящен расширению линейки нашей продукции, продукции нашего личного пособного хозяйства «Фроловых», кратко ЛПХ «Фроловых», для покупателей. С сегодняшнего дня мы объявили еще о нескольких позициях. То есть у нас уже мы предоставляем свои продукты, то есть то, что мы сами производим вдвоем с супругой. И нам помогает дочка. Вот, фактически мы вот втроем производим. Да? Наша ЛПХ «Фроловых» сейчас мы предлагаем покупателям. Наше основное предложение – это курочки. Курочки ЛПХ «Фроловых», которых мы не стесняемся писать в рекламе. То, что на нашу курицу за 3,5 года, как она есть, не было ни разу ни у кого аллергии. И у всех только исключительно положительные отзывы. Второе, ну это, естественно, то есть курица, куриные потроха. Мы их отдельно теперь начали продавать уже где-то около года назад. Дальше из курячего у нас идет куриные яйца. Потом, если уж яйца, то перепелиные яйца. Потом крольчатина, кролик. У нас кролик молодой обычно мы продаем, то есть 3-3,5, ну максимум 4 месяца от роду. Исключительно мягкое, очень вкусное, сочное мясо, которое, ну вот, настоящее диетическое мясо. Потом, сейчас дальше пойду помогу. Переходя к козам, мы предлагаем козье молоко, сыр из козьего молока. С сегодняшнего дня мы предлагаем линейку из коровьего молока, то есть, соответственно, коровье молоко, вот именно вот от этой коровки, вот, вот от нашей девятки. Девятка, улыбнись. Девятка, ну улыбнись. Ей некогда, она кушает. Вот. Мы предлагаем коровье. Так, тут у нас получается, что я коровье молоко сказал. Потом предлагаем масло коровье, крестьянское. И я прочитал, что есть разница между сливочным и крестьянским. Но мы его пишем сливочное, чтобы было понятнее. Вот. Но оказывается, в крестьянском допустим немножко пахты. Скорее всего, в нашем масле будет чуть-чуть пахты, потому что мы его взбиваем руками. Вы удивитесь. Супруга много испробовала и миксером взбивала, и так, и сяк. Но получилось так, что взбивать руками лучше всего получается. Масло получается вот, ну, другого вкуса. Поэтому мы его взбиваем в банке, действительно. Как-нибудь отдельно отсниму, как мы это делаем. Потом мы предлагаем обезжиренный творог. Это вот то, что остается после масла, когда мы снимаем все вершки, снимаем сливки. Вот у нас остается обезжиренное молоко, ну такой обрат так называемый. Вот мы из него делаем творог из коровьего молока. Потом мы делаем из коровьего молока йогурт. Так, что еще на сегодняшний день? Все, наверное. На днях еще, наверное, предложим эксклюзивно тушки перепелов, то есть перепелиное мясо. И подрастает у нас, если все будет нормально, ну вот, подрастает еще индоутки. Вот примерно такой ассортимент производим мы лично, то есть я и супруга, в нашем личнопособном хозяйстве «Фроловых». По ценообразованию нас достаточно часто пытаются критиковать те, кто к сельскому хозяйству не имеет либо никакого отношения, либо, ну, как-то вот не привыкли считать за свой труд. Поэтому оправдываться я тут не буду, я могу только сказать одно, что все делается вот этими руками. Вот этими руками. Да, ощипывается курица вот этими руками. Кролика я и кормлю, и забиваю, и готовлю для вас вот этими руками. Ну вот, чтобы просто понимали, что есть человек, который отвечает за свою продукцию, то есть я и моя супруга, мы отвечаем за свою продукцию. Мы можем и мы знаем, мы можем гарантировать качество этой продукции. Мы знаем, что она качественная, потому что что бы мы вам ни предлагали, мы в первую очередь, самую первую очередь, мы пробуем сами. Мы пробуем сами, пробуют наши дети, пробуют наши родственники, и только потом это приходит к вам на стол. Очень часто, если у меня в партии, например, одна только головка сыра, то вы ее не получите целиком никогда, потому что из этой головки будет вырезан как минимум кусочек, который я попробую.
на всякий случай. Да, у нас молоко большей частью сейчас идет из при мягкой пастеризации молока, то есть мы подогреваем до 65 градусов, и потом и он потихонечку остывает до там, 30 минут, потом... Ладно, это не надо, это мы вырежем. Вот. То есть, если в партии сыра 2 и больше, 2 и больше головки, тогда да, одну головку я пробую, остальные уже, то есть, ну, снимаем пробу с одной головки, остальные мы можем уже целиком где-то что-то продавать. Все, я вот сегодняшняя презентация такая, я просто сегодня, сейчас вот готовлю списки, базу к развозке на четверг. И просто увидел, что такое огромное количество продуктов. Да, еще чуть-чуть позже у нас будет, но это эпизодически у нас появляется мясо козлятины, потому что козлики подрастают некоторые, которые идут в мясо. То есть козочек мы оставляем, а козлики обычно уходят в мясо. Вот. Может быть, будут еще что-то, я вам потом об этом расскажу. Да, еще раз уж это так в виде экстренных новостей, хочу сказать, что, скорее всего, мы изменим график развозки. Раньше у нас был четверг, сейчас у нас будет, скорее всего, вторник и суббота. Все, понравилось видео? Ставьте лайк, поделитесь в соцсетях, расскажите о том, что есть настоящие продукты. Есть те, кто выращивает настоящие продукты и производит настоящие экологически вкусные продукты. Это ЛПХ Фроловых. Я очень надеюсь, что опять-таки вам понравился этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Удачи вам!